Вступая в новый век, электросвязь активно предлагает самые новые услуги связи. Большой популярностью пользуется интернет в кредит. Эта услуга позволяет абонентам города и области по коду 8180 подключаться к серверу доступа в интернет. При этом отпадает необходимость заключения предварительного договора с провайдером и внесения денежного аванса. Абонент рассчитывается за эту услугу аналогично оплате за междугородние переговоры. В настоящее время оборудование станции обеспечивает 343 входные линии, а клиентами услуги интернет в кредит стали уже около 15 тысяч владельцев телефонов. Сетевые технологии и интернет находят активное применение в сфере финансовой и банковской деятельности. Корпоративным клиентам, желающим подключить свою локальную сеть к интернет, междугородная телефонная станция совместно с НГТС предлагает скоростной доступ посредством цифровой сети с интегрированными услугами. По обыкновенной телефонной паре проводов абонент может работать в интернете и одновременно вести телефонный разговор. Новосибирский телеграф – это еще один филиал электросвязи, отметивший в 1999 году свое столетие. Телеграф развивает в Новосибирской области сеть универсальных карточных таксофонных аппаратов. Планируется заменить весь парк обычных таксофонов на универсальные. Уже сейчас можно с любого универсального таксофона позвонить кому и куда угодно. По любому городскому номеру, в другой город или даже в любую другую страну. Достаточно вставить карточку и набрать нужный код. В случае необходимости, не отходя от таксофона, можно дождаться и ответного звонка. Это обеспечивает входящий номер, присвоенный каждому такому аппарату. Сети универсальных карточных таксофонов уже практически покрыта автомобильная трасса Байкал, проходящая через Новосибирск. На очереди таксофоны, совместимые с системами сотовой связи. Наверняка многие горожане слышали мелодию песни о Новосибирске, звучащую на центральной площади каждый полдень. А вплетает эту музыку в шум города на центральной станции городской радиотрансляционной сети. Это еще один филиал электросвязи, обслуживающий по сети проводного вещания более 250 тысяч владельцев одно- и трех программных радиоприемников. Кроме этого, ГРТС предоставляет услуги по трансляции радиопрограмм в FM-диапазоне на частотах 101,4 и 73,58 МГц. Проводит совещание по системе «Круглый стол», а также осуществляет синхронный перевод речи. При техническом содействии электросвязи проводится озвучивание многих городских культурных мероприятий, в том числе «День города» и «День Победы», а также проведение живых концертов музыкантов. Во время празднования 55-летия Победы предприятие «Электросвязь» предоставило ветеранам Великой Отечественной войны возможность связаться по видеотелефону со своими однополчанами в других городах. Тебе пришлю, но не то, а уже по-другому. Как мы дошли до этого? Все понял. Спасибо. Но тебе спасибо, Степан, что ты умудрился меня увидеть, а я тебя. Спасибо. Для собеседников это были волнительные минуты живого общения, теплых воспоминаний, радости от встреч после долгой разлуки. А на память ветеранам остались распечатанные на принтере фрагменты видеосеансов и портреты однополчан. Thank you.
Те, кто не имеет дома компьютера или модема, но хочет получить доступ к ресурсам всемирной информационной сети, может воспользоваться пунктом коллективного пользования интернет, находящимся в здании телеграфа. Не нужно обладать навыками работы на компьютере и знать, как устроена сеть интернет. Специалисты электросвязи помогут всем желающим получить доступ к неисчерпаемым ресурсам киберпространства всемирной паутины. И еще одна новинка высоких технологий стала доступна новосибирцам. Это видеотелефония. Теперь можно не только услышать собеседника из другого города, но и увидеть. Причем список городов, где действует видеотелефонная связь, постоянно пополняется. На центральном переговорном пункте Новосибирска оборудована комната для проведения подобных сеансов. Причем минута видеопереговоров обойдется не намного дороже обычного телефонного звонка. Судя по высоким темпам развития телекоммуникаций, видеотелефон уже очень скоро станет таким же привычным средством связи, как и обычный телефон. Вот сейчас вот это для истории снимается. Ну, это великое дело. Такой... Есть шанс попасть в историю в этой связи. Да, да. Находясь на рубеже веков, хочется верить, что технический прогресс и стремительно развивающиеся средства связи будут делать людей ближе друг к другу и помогут им общаться в информационном пространстве третьего тысячелетия.